Уважаемые дамы и господа, добро пожаловать! Мы рады видеть вас снова. Вдохновленные клиенты — вот что является стимулом в работе компании «Рациональ». И желание вдохновлять — вот почему мы сегодня здесь. Сегодня мы установим новый стандарт интеллектуальных кухонных технологий. Это означает большую производительность, большую гибкость и эффективность. Сегодня мы хотим не просто рассказать вам о самой интеллектуальной в мире технологии приготовления пищи. Мы здесь, чтобы показать ее вам. Это он, наш аппарат iCombi Pro. Абсолютно новый, совершенно новый дизайн, радикально современный. Он идеально вписывается в любую кухню и даже в открытые зоны приготовления. Что первое бросается вам в глаза? Естественно, дисплей, значительно увеличившийся со сверхчетким изображением. При этом у него совершенно новая и еще более простая концепция управления. Теперь в вашем распоряжении 4 интеллектуальных помощника — iDensity Control, iCooking Suite, iProduction Manager и iKEA System. Давайте подробнее рассмотрим, что предлагает каждый из них. Начнем с iDensity Control — интеллектуальная система управления микроклиматом аппарата iCombi Pro. Что она умеет? Вы сможете загрузить в новый аппарат iCombi на 50% больше продуктов. К тому же новый аппарат iCombi готовит быстрее, чем предыдущая модель, в среднем на 10%, а для некоторых блюд скорость увеличивается даже на 30%. Для примера приготовим в нем кордон блю. Обычно в одном пароконвектомате на 20 уровней можно приготовить не более 10-15 противней за одну загрузку. Иначе блюдо может получиться не таким, как вы ожидали, приготовиться и подрумяниться неравномерно. Но все это позади. Сегодня мы приготовим целых 20 противней, по 8 кордон блю на каждом. То есть 160 кордон блю, а это на 60 порций больше. В нашей самой большой модели 20x2.1 вы можете приготовить до 320 кордон блю в одной загрузке. А поскольку нам и этого недостаточно, мы приготовим еще 80 порций рыбного филе в аппарате на 10 уровней идеальной прожарки с прекрасным рисунком гриль. Это вдвое больше, чем в предыдущей модели, и на 20% быстрее. Как это возможно? Чтобы понять это, нужно заглянуть внутрь iCombi Pro. С целью интеллектуального управления микроклиматом рабочей камеры мы полностью обновили нашу концепцию вентиляции. Прежде всего, во все аппараты мы установили один дополнительный вентилятор на каждые 10 уровней загрузки. А это означает, что в iCombi Pro с 10 уровнями теперь 2 вентилятора, а в iCombi с 20 уровнями их даже 3. Но и это еще не все. Вентиляторы теперь более мощные. Они отличаются оптимизированной геометрией потока воздуха и приводятся в движение более мощными двигателями. Но еще более удивительным стал процесс управления вентиляторами. Они не просто вращаются, когда необходима подача горячего воздуха, они контролируются интеллектуально. Установленные в рабочей камере датчики определяют, где именно необходим горячий воздух, и вентиляторы подают его именно в ту зону, даже в самый дальний угол. В результате мы получаем еще более высокое качество, повышенную равномерность приготовления и рациональное использование энергии. В конце концов, это означает для вас самое важное — сокращение времени приготовления. Но для интеллектуального управления микроклиматом мы должны не просто регулировать тепло, но и контролировать влажность.
Именно поэтому мы повысили мощность удаления влаги до максимума. В аппарате на 20 уровней, 20 на 1,1, до невероятных 105 литров в секунду. Только представьте себе, мы удаляем из рабочей камеры до 105 литров влаги в секунду. Это на 50% больше, чем в предыдущей модели. Это стало возможным благодаря значительному увеличению сечения вытяжных труб в сочетании с вакуумной технологией «Рациональ». Сухой воздух всасывается в рабочую камеру, а влажный вытесняется из нее. Только так получается равномерная поджаристая корочка и хрустящая панировка, причем при полной загрузке. Вы верите только собственным глазам? Взгляните на рыбное филе. 80 порций филе всего за 8 минут. Все абсолютно одинаковы. Не правда ли идеальный рисунок гриль? А теперь посмотрите на результат внутри продукта. Нежные и удивительно сочные. Идеальное качество при таком объеме загрузки. И Cordon Bleu тоже готовы. Напомню, мы приготовили 160 Cordon Bleu за 15 минут. Все как один хорошо подрумяненные, восхитительно хрустящие. И удивительно сочные. Это просто невероятный результат. И максимальная производительность. Благодаря интеллектуальной системе управления микроклиматом iDensity Control, теперь процесс выполняется в среднем на 10% быстрее с загрузкой на 50% больше. И это по сравнению с очень эффективным Self-Cooking Center. Думаю, могу уже не упоминать о качестве блюд. Теперь перейдем ко второму интеллектуальному помощнику – iCooking Suite – гибкое интеллектуальное приготовление. Здесь нашей целью была разработка интеллектуального помощника, который бы помогал, когда он действительно нужен. Это стало возможным благодаря новой системе распознавания подрумянивания на любой стадии приготовления. А это значит, что кроме размера, состояния и количества блюд, теперь мы можем определить степень подрумянивания. Звучит как чудо, но это просто наука. Во время обжаривания, выпекания или приготовления на гриле происходит химическая реакция, в результате которой продукт подрумянивается – реакция Майера. Сложная формула с простым результатом. Она меняет не только внешний вид, но и вкус блюда. В результате многолетних исследований мы преобразовали реакцию Майера в интеллектуальный программный алгоритм. Это очень важный момент в индустрии приготовления блюд. Внезапно стало возможным то, о чем мы долгое время могли только мечтать. Давайте рассмотрим подробнее процесс приготовления ножек ягненка. Я уже выбрал желаемый результат – среднее подрумянивание, розовое и сочное внутри. Процесс приготовления начался. Cooking Suite уже работает. Он контролирует размер, количество и состояние продукта и, как мы только что узнали, даже подрумянивание. То есть датчики в рабочей камере отслеживают реакцию подрумянивания ежесекундно. Это означает, что iCooking Suite может непосредственно реагировать на возможные изменения в процессе приготовления. Предлагаю испытать интеллект iCombi Pro и внести изменения в процесс приготовления. Ножки уже слегка подрумянились. Теперь я хочу, чтобы они стали еще темнее. Кроме того, я хочу, чтобы они приготовились быстрее. Раньше нам пришлось бы прерывать весь процесс и вручную доводить блюдо до готовности. Теперь мы просто вносим изменения в процесс приготовления. То есть я просто выбираю другую степень подрумянивания. Вместо щадящего – обычное. Готово. Остальное iCombi Pro возьмет на себя. А что именно, зависит от вас. Недостаточно просто повысить температуру. Для достижения необходимой степени подрумянивания и сочности iCombi Pro использует свой интеллект. Он корректирует влажность, скорость вентилятора и время полностью автоматически. А что с результатом? Ножки ягненка готовятся быстрее, становятся темнее и, что наиболее важно, они по-прежнему сочные. Теперь вы знаете, что такое гибкое интеллектуальное приготовление. Теперь мы можем вносить изменения в текущий процесс приготовления. Но здесь, в рациональ, мы пошли дальше. Новый аппарат позволяет переключаться с одного режима работы на другой. Допустим, нам нужно приготовить дополнительное блюдо параллельно с ножками ягненка. Ранее приходилось бы все отменять и готовить с использованием ручных режимов, что могло отразиться на качестве блюд.
Теперь все совершенно по-другому, поскольку интеллект iCooking Suite позволяет нам легко переключаться в новый режим работы, выбрав iProduction Manager. Теперь мы легко осуществим интеллектуальную смешанную загрузку с помощью третьего интеллектуального помощника. Я заранее кое-что подготовил для вас. Рыбное филе в панировке, пицца, макароны с сыром, овощи-гриль и сыр халуми. На дисплее мы по-прежнему видим процесс приготовления ножек. Теперь перейдем к iProduction Manager, нашему интеллектуальному помощнику по смешанным загрузкам. Ножка ягненка готовится на уровне 5, а здесь отображается оставшееся время. Вверху в окне выбора у нас уже есть блюдо, которое мы собираемся добавить в рабочую камеру. Овощи-гриль я помещу на уровень 2. Видите различные цветовые зоны? Они показывают, подходит ли блюдо для совместного приготовления. Если я, например, хочу приготовить на пару морковь, я могу ее поместить внутрь, но iProduction Manager сигнализирует, что это можно сделать только после приготовления других продуктов, поскольку приготовление на пару и жарение одновременно невозможны. Перейдем к остальным блюдам. Готово. Все автоматически контролирует iProduction Manager, так что я получу блюдо желаемого качества. Но это только начало. iProduction Manager способен на большее. С его помощью вы можете легко запланировать все производство блюд. Здесь приведен примерный план производства блюд для приготовления на пару, на гриле и для жарения. Вы можете при желании адаптировать и сохранить этот план. Позднее вы или ваши сотрудники можете активировать и воспроизвести его в любой момент. А если вам понадобится поддержка, мы предусмотрели на такой случай помощника-планировщика. Например, вы можете оптимизировать процесс приготовления по времени. Блюда будут автоматически реорганизованы по времени, чтобы каждое из них было готово как можно быстрее, без перерывов и с максимальной загрузкой. Выбор производства с оптимизацией по времени упорядочит ваши блюда так, что все они будут готовы в указанное вами время одновременно, например, к 12:00. Кроме того, существует опция оптимизация по расходу энергии. В этом случае, как вы уже, возможно, догадались, используется как можно меньше энергии. Именно так iProduction Manager помогает оптимизировать вам процесс приготовления одним нажатием кнопки. Так iCombi Pro поддерживает ваш бизнес лучше, чем когда-либо ранее. iProduction Manager обеспечивает столь необходимую вам гибкость. Гибкость в управлении и в приготовлении. Помните, в самом начале я обещал вам 4 помощника. Нам остался еще один. И это просто умопомрачительная новость. IKEA System — интеллектуальная система очистки с функцией сверхбыстрой очистки. Нашим инженерам удалось разработать промежуточную очистку, которая длится всего 12 минут. Это значит, что если iCombi Pro сильно загрязнен и нуждается в промежуточной очистке, это больше не проблема. Теперь нужно лишь положить таблетки в iCombi Pro, и через 12 минут аппарат готов к дальнейшей работе. Для вас это означает больше продуктивного времени каждый день. А поскольку мы в Рациональ не просто стремимся повысить эффективность нашей кухни, но и думаем об окружающей среде, новая система очистки не содержит фосфатов. Кроме того, мы сократили расходы воды на треть по сравнению с предыдущей моделью и снизили потребление электричества во время очистки на 25%. А расход чистящих средств снизился на 50%. Все это не только хорошо для окружающей среды, но также полезно для вашего кошелька. Дамы и господа, новый iCombi Pro является наиболее интеллектуальным, гибким, эффективным, а значит и устойчивым пароконвектоматом Рациональ всех времен. Это новое измерение во взаимодействии человека и техники. Let's drop the baseline.
Приглашаем вас ознакомиться с iCombi Pro поближе. Для этого мы предлагаем вам множество онлайн-возможностей. Я был рад увидеть вас здесь. Оставайтесь с нами. Это только начало. В течение следующих дней мы расскажем вам еще больше.